Гимназия танца «Джем», Национальное телевидение «Чувашия», развлекательный центр «Ананас» и «Мадагаскар Парк» представляют новый сезон проекта «Танцы без границ Kids». В следующей программе. Как прошел первый отчетный концерт участников проекта? Смогли ли танцевальные группы стать настоящей командой? Кто, по мнению жюри, справился с задачей лучше всех? Четвертый выпуск программы «Танцы без границ Kids» смотрите в эфире 4 ноября в 9 часов вечера.